Детский Сурхарбан отметили в селе Одинск. Традиционный спортивный праздник приурочили ко Дню защиты детей. В программе «Национальная бурятская борьба», «Перетягивание каната» и турнир по мини-футболу. О спортивном досуге жителей села расскажут мои коллеги. Спортивный праздник Сурхарбан у носителей бурятской культуры отмечается с давних времен, когда кочевники выработали свою систему физического воспитания. Этому обучали каждого юношу ездить верхом на коне, метко стрелять из лука и уметь постоять за себя. Некоторые навыки не теряют своей актуальности и по сей день. Вообще, конечно, национальный вид спорта – это у нас всегда борьба. Предпочтения всегда отдаются борьбе. Наш детский Сурхарбан, он начинается всегда, конечно, с открытия. Открытие – это приветственный танец, несколько небольших художественных номеров для того, чтобы все это смотрелось красиво и празднично. В программе соревнований перетягивание палки – еще один вид народной забавы. Однако живут одинские ребятишки отнюдь не одними национальными традициями. В рамках праздника состоялся турнир по мини-футболу. Участвуют 9 дворовых команд со всего Ангарского округа. Соперничать с местными будет непросто. Как отмечают организаторы праздника, условия для развития массового спорта в селе за последние годы стали значительно лучше. В Одинске сейчас созданы очень хорошие условия для занятий спортом. Построят спортивную площадку, есть специализированный спортзал, там борцы занимаются. Я также преподаю бокс в самом ДК, так что условия очень хорошие на такое количество населения. Активный отдых дал местной детворе большой заряд позитива. В планах у организаторов в ближайшее время провести еще один Сурхарбан, но в этот раз для родителей. Александр Бычков, Роман Буйнов. Местное время.